Hey, yo, guys, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием The Messengers. Поехали. Блин, да, пальцы точно можно сломать. Вот почему я не могу встать. Вот почему, что за херь? Легендарная глазатая кошка может помочь своему владельцу услышать зов глубин. Нажмите и удерживайте X, чтобы перемещаться по поверхностям жидкости, только не останавливайтесь. Мне нужна, короче, ровная, да, поверхность, как я понял сейчас. Нет. Почему я не могу идти? Где? Ходьба по воде. Удерживай, я удержу. Как-то не стабильно работает. Почему я не могу ходить? Окей. Настройки. А, управление я не могу, да? Жаль. О! Почему я могу, когда бываю могу встать на воду, а когда нет? Уа! Я не виноват. Я не виноват. Да нет, у меня есть ботинки. Нажмите и удержите Х, чтобы перемещаться по воде. Только не останавливайся. То есть я вообще останавливаться не должен? Теперь все ясно. Я должен постоянно быть в движении. Теперь все понятненько.
А то я представляю сейчас, что будет. Блин, не останавливаться. Не останавливался. Я не остановился. Жопа. Просто тайминги. Отлично. Ничего не знаю. Так. Теперь хотя бы понятно, как работает. Ой. Ох, что, А, смотрите, есть два прохода вниз. Я буду использовать, который внизу. А, просто пронесло. Так и существо, блин. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А видите, умеешь управлять быстрым потоком воды, будет все изи. И он, главное, не ломается. Окей. Вверх поплыли. Суицидники. Ай-яй-яй. Давай, давай, вверх. Нет, 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 нет. Так, последний это у нас луна. Ты получил лунный гребень. Может быть, он имеет какое-то отношение к запертой двери в... Да-да-да-да, он умеет, он умеет, он умеет. Отлично. Ага.
А теперь у нас вариант. Мы можем либо зайти, либо пройти дальше. Я думаю, давайте пока что пробежим, посмотрим, что у нас тут. А, тут только деньги. Ладно, возьму, пускай будут. Ну, погнали тогда внутрь. Добро пожаловать в Искатель Приключений. Ты должен был быть устал. Позволь священной энергии этого места исцелить твои раны и укрепить твой дух. Мы находим похвальным все, чего удалось добиться собственными силами. Что это за место? Это святилище, как и его история, сейчас играет совсем незначительную роль. Поистину трагическая судьба постигла этот мир. Много миллионов лет назад мы были его хранителями. А вы боги? Кого там мог бы сказать и так? А, кого-то... Ну ладно, не важно. С каждым поколением корни мудрости становятся все более и больше все более и более далеки. Люди начинают принимать свою безопасность как должность и отодвигать веру в сторону. Лишь если почитатели, мы стали медленнее терять силы. До потопа твой мир был ярким зрелищем, а затем, по воле судьбе, мощные проклятия закрыли единственный оставшийся участок суши хранителями. Как давно это было? Подробности нашей истории и порядки будет понятно жителям нашего мира. Павшего мира, твоего мира, его связь со звездами давным разорвана. Так, становится все больше беспозора перед лицом неизбежного рока. Мы кристаллизовали последние крупицы нашей энергии, чтобы, когда придет время, они упрочили последнюю надежду человечества. И это последняя надежда, ты, гонец. С самого дня своего рождения мы наблюдали за тобой, а сейчас прими наш последний подарок миру. Мира. Нотка, ё-моё. Е-е-е, это биты. Мы зажигаем на цветы. О. Знаете, под этот музон можно орели читать рыбалок. Так, готово. Ты получил ключ любви. Эта нота была остановлена здесь давным забытыми богами из тех, чтобы были найдены в час великой нужды. И она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Мы снимем проклятие. Мы это сделаем. Проклятие будет снято. Так, что у нас получается? Все это исследовано. Тогда возвращаемся. Порталыч. Так, эмочка. Эмочка. Нам нужно достроить еще мост. Мы сделаем... еще в ад попасть не нужно, но в ад мы, скорее всего, сможем попасть с помощью ходьбы по лаве. Да-да, именно так. Ну, здесь все сделано, поэтому... Только в лаве у нас. И в замке остается. Поэтому... Иглогримная топь... Не, горячие скалы нам нужны. Горячие скалы. Можно убить двух зайцев одним как раз махом. У нас с вами времечко есть. Можно либо наверх пойти. Давайте я сразу сюда пойду. Блин, даже не знаю. Хотя, ладно, давайте сделаем вот. Нужно хорошенько подумать. Потом мне придется долго возвращаться, ладно. Давайте тогда потом с этим разберемся. Погнали сюда. Давай угадаю, тебя зовут Пира. Да, это я.
Как ты подобрался так близко к преисподней, если не выносишь огня? Какая ирония, да? Говорят, я не помню... А, по правде говоря, я не помню, но мне пора возвращаться на рабочее место. Спасибо за спасение меня. Найс, а теперь он у меня будет строить мост. Мы можем сейчас сделать две вещи с вами. Первое, это пойти в ад. Второе, пойти наверх. К троллям нас отправят, по идее, сюда в локацию секрет. Но потом мне возвращаться долго сюда. Хотя я могу с помощью телепортов. А это вот мысль, с помощью телепортов. Поэтому полетели. Поэтому полетели. Ой, а мне время нужно вспять. Черт! Черт! Ну почему именно сейчас? Ладно. Плевать. Ладно, меня все равно отхилили. Так, готово. Так, троллики. Держите. Эй, это же снова наш кроха. Как поживаешь? Я принес вам чертополох силы. А? Эй, а он не шутит сил. Похоже на то, Ачи. Там все равно, как это... Как ты это провернул, Кроха? Бросай его в котел. А ты думаешь о том же, о чем и я, Сил? О, дело принимает серьезные обороты, Ачи. Пора хлебать похлебку. Ну, Ачи, что-то много похлебки сделал. Я сыт, Ачи. Я доволен, Сил. Ну, проверим, какими мы стали сильными, Ачи. Я только этого и жду, Сил. Не двигайся, Кроха. Опять меня попинали и забросали. Что ж, теперь мне необходимо поспать, Ачи. Верно, Сил. Спасибо тебе за все, Кроха. Есть один вариант. Ну, как не вариант, а вещь. Но теперь мне нужно... Хотя, наверное, всего... Я даже уверен в этом. Святилище, которое... Смотрите... В святилище, которое мы вот это построим с вами, да, заброшенный храм. Мост. И там, скорее всего, мы найдем шаманов, которые нам помогут разморозить дракона в ледяной вершине. Лады. Оп. Ходи, я тут уже должен только ноту найти, и все. Так. Полетели. Так, немножко заблукал я, ну ладно, не суть. Ага. Нет, ладно. По сути, сейчас я буду в своем обличье, да, вот этом? Да, отлично. Не нужно тогда тратить мне время. Ну, зараза. А мне нихера придется тратить время.
Придется тратить. Ух, тихо. До свидания. Нота. Это битэпад. Не, вот это арели мелодия, можно на биты наложить. Можно на биты наложить. И получится, и что-то получится у нас. Ключ силы. Эта нота порождает физические черты силы и ачи. А она понадобится тебе для создания мелодии, символизирующей... А, снимающей проклятие. Ла-ла-ла. Так, теперь мы возвращаемся... туда. Ой, тихо-тихо, не туда, не туда, не туда, не туда. Входим и проходим через портал. Сколько мне осталось? 8. Не понял. 2. И здесь 3. 5. Еще где-то 3, еще какая-то локация есть секретная. Ну ладно. Найдем тогда эту локацию. Да, найдем эту локацию, так уж и быть. Погнали. Лавовый уровень. Сейчас я понял одну такую очень сложность, которая у меня будет здесь. Это не касаясь ничего и не сдохнуть. Кайф. А, я понял, медитация, что это значит. Типа, да 5 этих восстанавливает и все. Не, это жестко будет. Знаете ли. Не останавливайся. Плюс херячить по лаве. А мне здесь это не поможет. Главное тайминги теперь, чисто тайминги. Ух. Сохранялка, плес. Сохранялка, плес. Плес РНГ, дайте сохранялку. Так, значок силы здесь есть. Блин, там сразу 2 значка силы. А там, скорее всего, у нас будет этот ключ. Погнали. Так, он держится за эти нормально. Не-не, поднимайся, поднимайся. Мне по тебе идти еще. Мысли. Мысли. Я не могу ходить по лаве. Ладно, хотя бы не с самого начала. Отлично. Но это выход, мне туда не нужно. О-о-о-о-о! Блин. А, сойдет. А, сойдет. Я знаю, что ты знаешь. Я знаю, чертенок, что ты знаешь. Готово. Ага, вижу, куда мне нужно.
разве это сложно? Хотя, их его знает, сейчас посмотрим. Нормально. На уровне меньше среднего сложности. Ну ж просто это я опытный. Отлично. Ту-ту-ту. Так, еще два. Один сверху есть. Ай. Так, здесь, да? Нет, не здесь. Ту-ту-ру-ту-ту. Но это спуск вниз. Стоять. Мне наверх нужно. Вниз я попозже пойду. Ай. Блин. Я сдох. Так. А хотя, я могу уже так делать. Блин, а где там силы? Эй! Ту-ту-ту-ту-ту. Так, это шиповник у нас. Вверх нужно. Так, готово. Куда они делись? Так, мне нужно здесь спуститься вниз. О, отлично. Ай-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Довольно тяжело ее обмануть, на самом деле. А, хотя можно здесь обмануть, смотрите. Пробежаться быстро наверх. А, давайте я попробую еще раз по-своему. Ага, получилось. Да. Такое. Я понял, что там нужно делать. Сейчас покажу. Я не могу держать несколько кнопок так сразу. Мне, короче, от фонариков этих нужно как-то отскакивать. Вот и все. Вот и все. Что мне нужно было. Вот и все, что. Там еще ниже есть стоять.
Получено. Так. А теперь нужно подумать. Я могу либо пойти на вход сюда, либо пойти там, где я шел. По низу вот здесь. И по идее тоже сюда же приду. Либо можно на этом закончить, потому что уже время у нас. И я так и поступлю, поэтому... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.